В Елабужском институте Казанского федерального университета в шестой раз состоялась международная научно-практическая конференция «Современные проблемы филологии и преподавания языков». Организаторами выступили ученые и преподаватели отделения иностранных языков. Участники конференции представили свои доклады, которые затронули актуальные вопросы межкультурной коммуникации, лингвостроноведения, контрастивной лингвистики и переводоведения. Свои научные и методические наработки представили студенты, ведущие исследовательскую деятельность, ученые и учителя иностранных языков. Меня пригласили коллеги выступить на конференции, спасибо им. Мне было очень интересно на пленарном заседании. Вначале меня смутило то, что такие разношерстные темы, а теперь, прослушав их всех, я поняла, как это познавательно. Мы будем очень рады продолжить это сотрудничество. Конференция прошла в смешанном формате. Часть спикеров из отдаленных регионов России и из-за рубежа выступили онлайн. Так, слушателям удалось ознакомиться с актуальными научными и методическими разработками специалистов из Ростова-на-Дону, Челябинска, Донецка, Санкт-Петербурга, а также из Словакии, Белоруссии, Казахстана, США, Туркменистана и Узбекистана. Для себя я сделала такой вывод, во-первых, продолжить диалог со студентами в рамках данной тематики заявленной, потому что диалог... Доклады были очень интересные. Я рада за своих коллег, которые смогли заинтересовать аудиторию. И мне кажется, сама конференция – это хороший пример вот такого сотрудничества. Особое внимание в ходе конференции было уделено обучению навыкам аудирования при изучении английского языка. Этой теме был посвящен круглый стол с участием российских и зарубежных экспертов. Карина Саяхова, медиацентр Елабужского института КФУ, Универньюз.